Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, и мы продолжаем играть в Майнкрафт и проходить карту Мертвая тюрьма. Так, выбрались мы отсюда. В принципе, предыдущей части мы закончили вот тут, но давайте выбираться. Так, тут мы толком генератор не нашли. Теперь иди сюда, у меня столько стрел, что я вас всех с расстояния буду сейчас валить, просто-напросто, чтобы вас не подпускать. Зато я еще нашел один генератор. Сейчас мы сюда забежим, ждите. Ну, так, там у нас засада. Еще один, вот так. Отлично. Генератор включен. Нам еще осталось. Нормально таки генератор, еще два генератора, но суть в том, что у меня еды уже нету. Это не очень круто. Вот и быстрый. Так, тут у нас еще какой-то непонятно. О, вот ботинки. Отлично. Тут я не знаю куда. Ну, в принципе, да, нужно следовать дальше. Так, тут у нас один вход, выход, куда мы можем войти. Это сюда или пойти обратно искать. Генератор. Ну, в принципе, тут тоже может быть. Так. Тут у нас больница, да? То бишь... Да. У нас тут больница была. Так, тут у нас что? Тут у нас нету ничего. О, сколько у нас там выпало. Ага, давайте вот это. Ага, отлично, все. Можем уже немножко порегениться потом. Вот. Так, чё бы выкинуть? Давайте выкинем вот это и вот это. А заберем вот это. Ну, в принципе, это тоже нужно юзать. Я что-то забываю как-то. Так, тут у нас туалет. В туалете сундука точно не будет. Ладно, куда нам сейчас? Вот только сюда можно пойти, да? Тут у нас нету ничего. Тут у нас тоже нет ничего, зато есть верстак, но в принципе мы ничего скрафтить не можем. Идем мы дальше лутать. Тут у нас есть сундук, но поушен нам больше не нужен, так как у нас и так куча их напугал. И тут у нас тоже поушены, и тут у нас ничего, ладно, все. Облутали мы вот тут. Будем отсюда выбираться. Опять ночь. Так, один вариант, куда мы можем пойти, это вот сюда. Ни хрена себе кнопбэк. Так. Где мы были, где мы облутали? Вот это, ребят, вот тут мы точно еще не были. Мы были, да, тут мы точно не были. Так. Тут мы точно не были, поэтому нужно завалить вот этого лучника или кто там. Так, ну я думаю, все-таки тут один генератор 100% будет. Не очень хорошо, что у нас меч сломался. Так, футбольное поле. Каждому по плюхе. Чтобы быстрее можно было с мяча убить. Так, идите с кнопбэком, мы сейчас вас... Лучника. Успеваем. Так. Иди сюда, зараза. Ну, в принципе, стрел у нас пока что хватает. Вот.
вот так вот. Ну, уже не очень много, в принципе, как было, но... Painkillers. Ну, лучше всего, конечно же, покушать, чтобы восстановиться. Так. Тут у нас... Ребята, да, вы капут. Нам нужно какой-то меч хотя бы найти где-то. Офигенно, у нас даже уже меча нет. А стрелы использовать каждый раз, лук как бы не вариант, так как очень быстро стрелы закончатся. Нет, у нас еще топорик есть. Так, куда мы сейчас можем сюда побежать? Я не вижу вариантов. Мы можем обратно в тюрьму. Ни хрена себе, ребята, идите вы в жопу. Идите вы в жопу, Так, у нас тут генератор. Свет. В студию. О, как мы забежали. Твою мать. Ладно. Так, была пауза. В принципе, я вернулся вот сюда, обратно. Как видите, уровень не теряется при смерти, как бы. И вещи не пропадают. Тут у нас, я не представляю, что будет. Тут у нас жопа будет. Еще какой-то блок. Зомби. У них тут дохренище тоже. Фу. Это блок А. Мы были в Б, мы были в С. Так, ну в принципе, хорошо, что мы нашли этот блок, ребята. Если мы сейчас найдем хотя бы какой-то более-менее толковый меч. Адреналин. Не нужен нам столько пошинов. Пошинов. Зачем? Так, это где? Да твою ж мать. Так, ребята, мы вернулись опять сюда. Твою мать. Так. Броньку, да, одеваем и шлемак. Фу, ладно, сейчас мы блутаем этот блок. Постараемся как можно быстрее и побежим нахрен отсюда. Лучше все-таки, наверное, поушены повыпивать, так как, в принципе, у нас еды уже не очень много осталось, это не очень круто. Ага, тут у нас есть тортик. Ладно, пока что не будем кушать. Давайте вот сюда. Тут у нас меч. Отлично. Так, это... Ты вообще откуда зашел? Капут. Подкрался. Ладно, тут у нас, давайте облутаем. Возьмем, все-таки возьмем, так как этот меч, в принципе, у нас очень быстро сломается. Ух ты, карта реально долгая, как бы. Я пытаюсь проходить как можно быстрее, но, как вы заметили, и умираешь, в принципе, иногда, да? Когда на тебя такая орда зомби наваливается. Да, все-таки хорошо, что я не покушал. Во, хорошо, что мы столовку нашли. Хорошо, что мы нашли столовую, чтобы выкинуть. Так, все-таки это более пригодится. И это отлично. Мы можем побежать туда. Ух ты, сколько тут стрел. Я не думаю, что это читерство, так как, в принципе, для чего-то они тут все-таки долежат, да. Поэтому возвращаемся, возвращаемся, возвращаемся. Короче, выбираемся мы отсюда. Нам нужно найти генератор. Я не представляю, где он может быть.
Опа. Железо. Ага, значит тут, ну да, в принципе, верстаки мы встречали, поэтому отлично. Да вы чё, реально тут спавнитесь? Может иногда? Этот верстак мы включаем. О, какой верстак? Этот. Сзади. Да. Ты куда? Ты куда? Отлично. Так, этого нужно убить, так как он там с луком или с чем. В принципе, пока что стрел у нас действительно нормальное количество. Нашли мы большую кучу их стрел, этих стрел. Поэтому, ребятки, давайте будем, не будем, точнее, подпускать вот этих зараз близко. Тут еще стрелы будут, да? Так. Генератор. Есть генератор. Отлично. Нет, нет. Все-таки лучше покушать. И валим отсюда. Валим. Точнее, забираемся сюда. На таких вышках всегда отличный лут. Отличный лут, отличный лут, отличный лут, отличный. Ни хрена. Значит, я тут уже облутал. Так, выпиваем, чтобы быстрее отрегениться. Так. Эвакуэйшн. И что? Куда нам сейчас вообще убираться? Нам радио нужно включить, да? Ух ты! Ух ты! Бомбы. А почему я бомбы не использую? Стан-бомб. У меня же дохрена бомб есть. Power 5. Ух ты! Так, чё мы можем тут сделать? Там же было написано эвакуация. И тут вертолет стоит. Ребята, ну не надо так. И что мне сейчас делать? Я помню первый раз, когда мы узнали, что нужно включить 4 генератора. Это у нас было тогда, когда мы хотели использовать радио. Но у меня просто малейшего представления нету, где может быть вот то радио. Нам, походу, опять нужно бежать всю тюрьму. И давайте все-таки, ребята, на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.